Новом наступающем году здоровеньки були. Что тебя там держит? Вот ленточки. Ленточки. Взял и порвал. Подумаешь, серпантин. То у вас серпантин, а у меня отходы. У меня телеграфные ленты. Вот, бачишь? Новогодний льготный тариф. Три адреса. Киев. Укрцукр. Укркур-упр. Я запитаю, считай сам. Счетах, представленных Укрцукром, Укркур-упром, Укршкур-кур-упром на сумму 109 386 рублей 12 копеек допущена ошибка в расчете стоимости тары на 5 копеек. Срочно телеграфьте уточненную сумму на 109 386 тысяч рублей с 0,7 копеек. Точка. Безобразие. Это же настоящий бюрократизм. Из-за каких-то 5 копеек такая длиннющая телеграмма. Ты представляешь, сколько она стоит? Каждое слово 3 копейки. Что ты кричишь? Это ж по льготному тарифу йде. Почему? А вот же в конце написано, бачишь? От. С Новым годом. Одна копейка слова. Тепер бюрократы научились экономить государственную копейку. Ой, когда мы покончим с этим бюрократизмом, не знаю. Вот ты не знаешь, а я знаю. Треба організувати спеціальне міністерство хорошого відношення до людей. Мінхорвідлюд. Сложне название. Можна скоротити, просто Мінхорвід. А где же люди? На що тобі люди, коли міністерство буде? А в міністерстві главки. Глав чуткость, глав любов, глав забота. З отделом приятного обхождения і сектором ласки. Хорошо. І чим же буде займатися це міністерство? Хорошим відношенням до людей. От тебе хто-небудь обидив, ти в Мінхорвід, як у рідну хату. От, допустим, я Мінхорвід, а ти просто від. А що таке від? Відвідувач. А, посетіть. Іди до мене, так. Да. Здравствуйте. Здоровенькі були. Это главзабота? Так, точно. Що вас турбує, дорогі? Понимаете, мені в магазині не довесили картошки. Ай-яй-яй-яй. І при этом ще оскорбили. Ай-яй-яй-яй. Значить, нема у них тут любові. Вот-вот-вот-вот. Значить, не люблять вони свою роботу. Я їм так і сказав. Значить, ви не до нас попали. Вам главлюбов треба. Главлюбов. Скажіть, пожалуйста, это главлюбов? Но. Понимаете, мне в магазине не довесили картошки. Глав любов, не глав картошка. А что же мне делать? Обратитесь в глав чуткость. Глав чуткость, глав чуткость. Скажите, пожалуйста, это глав чуткость, да? Не мой малесенький, не мой дорогесенький, не моя серденяточка. Это глав нежность. А глав чуткость у нас у подвальчику знаходиться. От туди йдіть, моя квітиночка. Будь. Скажите, пожалуйста, это глав чуткость? Нема тут ніякої чуткості. Ходят лоботряси всякі, работать не дают, а? А что же здесь? А тобі що, повилазило, чи що? Що ти читать не вмієш? Он же написано, глав вежливость тут. Ну, як тебе подобається план міністерства? Нет, не нравится. Теперь, наоборот, намечается сокращение управленческого аппарата. Что было, например, поменьше глав заботы. А побільше заботы. Поменьше глав рыбы. А побільше рыбы. Поменьше глав работы, а побольше работы. Одним словом, поменьше главных, а побільше работающих.